Хорошо, что сегодня с нами находятся вот эти деды, эти прадеды, которые остались живы, которых мы сегодня носим на руках и будем еще долго носить. И каждого из них мы обязаны сегодня оберегать с тем, чтобы именно они доносили до нас, до наших детей, всю правду того ужасного события. Первый заместитель главы района Елена Добрина в своем выступлении прочитала стихи поэта фронтового поколения Давида Самойлова, в которых отразилась боль и страдания русского народа, пережившего войну. «Не по крови и не по гною я судил о нашей эпохе. Все, что было, было со мною, а другим доставались крохи. Я судил по людям, по душам, и по правде, и по замаху. Мы хотели, чтобы было лучше, потому и не знали страху». Много стихов было прочитано в этот день под сенью берез Расторгуевского кладбища. И, наверное, самые трогательные те, что звучали из уст детей. «А майский гром, гром ликования, и встречи вместо расставания, победа, май, неразделимы, весна и жизнь непобедимы». Весна и жизнь непобедимы. Точно так же непобедимо желание сделать старость ветеранов, которых с каждым годом становится все меньше, достойной. А еще для молодых очень важны встречи с участниками войны. Ведь их рассказы – это возможность пронести через поколения правду о войне. Именно этим ветеранам предстоит взять эстафету патриотической работы с молодежью в свои руки. Потому что фронтовиков остается все меньше и меньше. И это, я считаю, самое главное сейчас. Татьяна Брылова, Олег Федоров, Евгений Петров, Елена Кошелева, «Видное ТВ».